жизнь его высочества! Держите! 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 Чиполлино. Ровно ничего, дядюшка Виноград. Я и отец стояли и смотрели. А принц Лимон со своей свитой проходит по улице. Меня толкнули. И я наступил принцу прямо на ногу. Вот и все. Какой ужас. Так ему и надо. Поймать разбойника! Разыскать немедленно! Нашли его! Поймали! Немедленно схватить и повесить! Ваше высочество, ваше высочество, это я. Я наступил вам на ногу. Я был пулемет в кармане. Не пулемет, а пушка. Но, слава богу, преступника уже посадили в тюрьму. Тебя посадили в тюрьму вместе с преступниками? Что ты здесь? Все честные люди. За что же они сидят? Видишь ли, принцу Лимону порядочные люди не по нутру. Потерпи немного, отец. Я скоро приду сюда с друзьями, и мы вас всех освободим. Это не так легко, сынок. Ты лучше подумай теперь о себе. Спасибо вам, профессор. Ну не грусти, малыш. Пойдем. Я по
познакомлю тебя с моими друзьями. Эх ты, салат в манной каше! Простите. Если взять один кирпич, мало толку в нем, потому что из него не построишь дом. Если пару кирпичей рядом положить, будет только две стены, неудобно жить. Взять бы много кирпичей, штук примерно 5. Вот бы вышел славный дом, только где их взять, а? Ну, как дела, старина? А я тебе подарочек принес. Вот, возьми. Ваша милость, но сам граф Вишни разрешил мне. Молчать! Конфискую! Здесь будет жить злая собака. Убирайся отсюда! Пшел, пшел, пшел вон! Вон, пшел! Грабитель! Молчать? Грабитель? Где грабитель? Покажите мне его! Пожалуйста, ваша милость! Узнаете? Ах ты, маленький негодяй! Негодяй! Ну, ты мне дорого заплатил за эти слезы. Что такое? Ты тыква! Я тебя предупредил. Что случилось, Чиполлино?
дядюшка Черника. Это домик тыквы, дядюшка Черника. Присмотрите, пожалуйста, за ним. А то этот сеньор Помидор хочет отнять его у тыквы. Пожалуйста. Вы же всегда хорошо относились к старику. И даже однажды спасли его от смерти. Помните, когда ему за шиворот забралась гусеница? Помогите ему и теперь. Ну ладно. Да смотрите, никому не рассказывайте, где вы его спрятали. Спасибо, старина. Где дом? Я тебя спрашиваю. Тебе приказали его стеречь. Негодное животное. Шляпа ты, а не пес. Фу! Кто же все-таки его похитил? Кто? Ваше сиятельство! Что с вами, Помидор? Пардон, но в районе замка орудует шайка разбойников. Спокойно, похищено ценное имущество. Это ужасно! Мадам, держите себя в руках. Приказано вам немедленно явиться к графиням. Ваши тетушки не в духе сегодня. Обе будут неприятности. Ничего, кактус, я привык. Ну где ты пропадаешь, учиуокельный? Дай молчать! Положи книгу обратно, уйди наизусть! Тупица, тупица, тупица! Носить оружие, отобрать. Шифрованная записка, отобрать. Одного преступника. А много поймали? Странно. Крыть?
кратчайшее расстояние от одной точки до другой есть прямая. Правильно! Правильно! А мы вас знаем. Вы граф Вишенка? Да. А как вас зовут? Редиска. А я Чиполлино. А я вас тоже слышал. От кого же это? От сеньора Помидора. Он вас так бронил, что я сразу подумал, что вы замечательный мальчик. Ну вот и хорошо. Как здесь хорошо. Вишенка, ты хороший мальчик. Понимаешь, есть у меня к тебе очень важное дело. Нужно достать ключ. Ну, ключ от подвала. Понимаешь, там мои друзья. Что такое? Подозрительные звуки. Надо бы усилить охрану замка, ведь в подземелье сидит много арестованных. Как бы чего? Так, 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 так. Сеньор граф! Помидор. От злости, говорят, витамины пропадают. Чиполлино! Чиполлино! Не трогайте Чиполлино. Это мой друг. Где редиска? Позовите редиску. Кажется, у него жар. Срочно позвать врача. Опять лишние расходы. Yeah.
скорей! Самого главного преступника. Чиполлино! Так точно, ваше высочество! Для этого надо пригласить известного сыщика Морко и его знаменитую собачку Пылесосика. Действуйте! Арестовать! Солдаты ищут злостных преступников. Немедленно же уезжаем отсюда за границу. Да-да. А где Помидор? А где Смирничка? Мишенька, сейчас же забегайся. Дело, мы уезжаем. Я никуда не поеду. У меня здесь друзья. Какие друзья? Какие друзья? Thank you.
Мадам, держите себя в руках. Благодарю, я тороплюсь. Мы должны разделаться с этим бунтовщиком тыквой и уничтожить его домик. Государства уменьшились. После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Отец! Кроме того, вводится новый налог на осадки. За обыкновенный дождь 100 лир. За проливной дождь 200 лир, с громом и молнией 300 лир.
Самоуправство и смуту, и во избежание дальнейших беспорядков домик тыквы подлежит уничтожению. Бандиты, вы готовы снять с нас последнюю рубашку? Мы не отдадим вам домик тыквы! Убирайтесь сами! Вон отсюда! Ваше высочество! Ваше высочество! Ваше высочество!